Ну а тем временем в сети появился ролик, где сотрудники Почты России буквально выкидывают посылки на ходу из поезда. Работник бежит за локомотивом, ловит коробки и кидает их на землю. Почта Вереница из посылок так и растянулась вдоль путей. Такую экспресс-доставку прокомментировала пресс-служба Почты России. Выяснилось, случай произошел в Тюмени. А вагон был служебный и выкидывали исключительно не бьющийся груз, упаковочный материал и бланки, которые принадлежат организациям, а не частным клиентам. Все, как подчеркнули в пресс-службе, просто не успели выгрузить. Для того, чтобы успеть осуществить обмен почтой вовремя, в первую очередь всегда выгружаются отправления клиентов. К моменту отправки поезда их выгрузка уже была завершена. Вместе с тем, руководство тюменского филиала провело со всеми работниками тюменского МСЦ дополнительный инструктаж по технике безопасности и правилам почтового обмена.